Вже втретє у Запоріжжі відбудеться фестиваль «Вернісаж. Мистецька хвиля». Його мета – популяризація образотворчого мистецтва та демонстрація творів запорізьких авторів. Фестиваль влаштують на 5 локаціях, заплановані виставки картин, світлин та робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Організатор – об'єднання митців «Колорит», його представники також проанонсували проведення екскурсій та інших цікавих заходів. У нас будуть майстер-класи з різними техніками в... Естественно, что это будет у нас разграничено по пространству, то есть ну, безопасно для нынешней ситуации. В этом году мы планируем провести более визуальное, скажем, визуальную тему искусства освещать. Вот будут у нас поэты, будут у нас немножко музыкантов. Вот, ну, детские коллективы мы в этом году не приглашали. Фестиваль триватиме з 24 вересня по 8 жовтня, і кожен день буде насичений подіями та цікавими заходами, запевнили організатори. Он начинается у нас с открытия выставки в выставочном зале Союза фотохудожников на проспекте Соборной 159. Это будет выставка картин, где примет участие 20, ну, приблизительно 20, до 30 художников и более 100 работ там будет. Тело фестиваля у нас 26-27 сентября, это суббота-воскресенье, начало в 10 часов, до 18:00 будет у нас проходить выставка «Вернисаж художественных работ и изделий мастеров прикладного искусства». И также мы хотим в этом году сделать распродажу наших художественных работ с фонда в помощь больным онкологическими заболеваниями.